Я нахожусь сейчас на такой музейной аллее, где здесь построено, значит, все на месте старого трейн стейшн. Здесь была станция для трейна. А теперь вот здесь вот находятся рельсы. Эта линия трейна ушла в историю, но его не снесли, а вот так вот построили прогулочную площадку по линии трейна. Там дальше была станция трейна, а это вот просто линия. И вот по линии, смотрите, как это все обустроили. Сделали хорошую дорожку, посадили разнообразную растительность. Это не сама выросшая трава, а собрали всякие виды растительности. Я думаю, со всего земного шара. Какой здесь травы или кустарника, чего здесь только нет. И вот разнообразная растительность. Я вам специально показываю, смотрите, какая растительность здесь произрастает. Цветы разнообразные. Запах такой приятный отсюда идет. Некоторые до того ароматные, что аж приятно дышать в этом месте. Несмотря на то, что город такой, здание вроде бы должно быть как-то заглушено здесь. А здесь такой приятный запах, приятная растительность. Вот такие вот хорошие переходы с одной улицы. Подняться можно, спуститься можно. Отличное место для прогулки, просто даже для прогулки. Гуляй, Вася, себе. Разные деревья. Смотрите. Не знаю, как она называется. Это типа боярышник, а не боярышник. У боярышника другие листья. Это вот на сирень похоже, не знаю. Вот еще какие-то плодовые деревья, вон орехи какие-то. И вот такие прекрасные уголки для отдыха, вот смотрите. Красота какая. Старенькие такие. Просто смотри, радуйся. Смотрите, как красиво здесь. Идешь, гуляешь. Конечно, ботаники могут здесь изучать разновидную растительность. И это кругом так. Вот такая здесь красота. Вот, видите, линия? Ее не снесли, а вот сохранили для истории, чтобы люди знали, какая линия была в самом начале, там где-то в 30-х годах, может и дальше чуть-чуть была эта линия. Вот смотрите, я вам показываю, здесь и березы вот растут. У меня какое-то отношение нежное к березам, я люблю. У меня и около дома росли они. Я специально сажал березы при входе по обе стороны. У ворот моего дома росли березы. Вот
to Radio City Musical. Friday, October 7th. See the genre busting, rotating collective of musicians. Reimagined modern jazz, ragtime, and swing classics perform live. Get Chase preferred seats by using your Chase credit or debit card. Get Chase. А вот здесь вот мы идем как раз по пути трена, где проходил поезд. Почему? Потому что здесь уже выезжает от станции дальше, поэтому здесь дорога немного уже, и поэтому проход сделали прямо на линии трена. Вот здесь видите, такая красота. Это все поднято на верхнем уровне. Потому что под низом есть проходы, проезжие есть. Это эстакадный трейн. Эстакадная линия такая. На поверху. И вот смотрите, надо было вот так вот поднять грунт на такую высоту, сделать насыпи грунта, чтобы росли деревья. Вот чтобы спуститься вниз, вы можете спуститься вот по лифту. Чтобы выйти на 10-ю авеню. Проходим 10-ю авеню. Так что линия трена, она идет по верху. По эстакаде. Смотрите, интересный стенд такой, вроде бы автомобиль, а на нем растет дерево. Так хорошо сделано, смотрите. Вот. Покрыт он из резины, шины. Автомобильные шины вырезаны, и из них сделаны под корпус автомобиля. Здесь такая интересная растительность. Цветы вот. Лазурные, как они называются, такие мелкие желтые цветочки. По-моему, лилии здесь цветут. Интересно, это все внутри города, в центре города. Это вереска, по-моему, вересковый мед называли. Он умер это трава. Я не помню, конечно. Ай, запах какой! Словом, гуляешь, словно по ботаническому саду. Здесь столько разнообразной растительности, которую я не все мог заснять и показать вам. Но я получил такое удовольствие, как будто, как я уже сказал, гуляю по ботаническому саду. Вот
так, прямо в центре города. Как я уже сказал, в центре города, на уровне, над дорогами, на эстакаде произрастают такие разнообразные деревья. Посмотрите, плоды у них такие. На стенах росписи местных аборигенов. Такая цивилизация. Разнообразная растительность. Все в одном флаконе, как говорится. Какие-то растения внизу. Ну, думаю, я больше не буду вас утомлять своими увлечениями природы, даром природы, как говорится. Ну, я просто кайфую от всего этого при виде разнообразной растительности, многие из которых я даже не знаю, как они называются. На месте был тренинг. Железная дорога осталась. Супер разнообразная. Даже подорожники растут. Если вам нужны подорожники, можете приехать и добавить подорожник вот здесь. Окей, друзья мои, на этом я пока заканчиваю свой репортаж. Домой приеду, сделаю монтаж. Почему? Потому что очень длинное видео получилось. Может, скомпоную, разделю на части или все выложу в одном ролике. До свидания, друзья мои. Ждите следующих передач.